не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В 2014 году глава Тувы выступил с инициативой укрепления школьного менеджмента педагогами-мужчинами. По мнению Шалбана Караола, без мужского воспитания, без достойного образца для подражания невозможна полноценная социализация подростков. Мужчины-учителя призваны стать достойным примером для подрастающего поколения, считает глава республики. В Туве начался конкурс «Лучший педагог Республики Тыва-2019», направленный на развитие творческой деятельности педагогов-мужчин по обновлению содержания образования и ведения воспитательной работы, в поддержку новых технологий, в организации образовательного процесса и роста профессионального мастерства педагогов-мужчин. Конкурс «Лучший педагог-мужчина» проводится с самого начала реализации губернаторского проекта по привлечению педагогов-мужчин в школы. Что касается этого года, он был тоже такой достаточно интересный. По сравнению с прошлым годом, здесь были новые номинации. Чтобы больше раскрыть потенциал наших коллег, были добавлены такие конкурсы, как педагогическое мастерство, написание сочинения очень интересная статистика, что самому молодому коллеге, который у нас участвовал, один год стажа ему, а самому такому опытному коллеге. В конкурсе принимают участие педагоги-мужчины, предметники образовательных организаций Республики Тыва, победители муниципального этапа «Лучший педагог-мужчина», предметник Республики Тыва 2019 года. От каждого муниципального образования по одному участнику. Основные цели конкурса – выявление талантливых педагогов-мужчин, повышение престижа учительского труда, распространение педагогического опыта лучших учителей, предметников республики. Ежегодно проводится конкурс мужчин-педагогов. Цель, безусловно, благая, чтобы именно популяризировать как мужчина-педагог, мужчина-учитель. И сегодня у нас идет, я так понимаю, в республике это с нарастанием. То есть мужчины-педагоги, они прибывают. То есть это престижным становится, это становится почетным, интересным. И сегодня конкурс, республиканский конкурс, и вот я лично участвовал в ток-шоу, это заключительный такой конкурс, где из оставшихся 10 мужчин-педагогов, потому что выходило их 20, сейчас было на этом конкурсе 10, и останутся лидеры, наверное, первое, второе, третье место. Это в различных номинациях, но ток-шоу, которое я вот сегодня вел, это были произвольные вопросы, жизненные вопросы, безусловно, увязанные они со школой, и кто как оригинально и интересно на них ответит. Эрудированно, со знанием дела, с профессионализмом. Очень было интересно, и я с удовольствием на нем поучаствовал. Общее руководство конкурсом осуществляет Министерство образования и науки Республики Тыва и региональное отделение профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации по Республике Тыва. Региональный этап конкурса проводится в два этапа. Первый заочный прошел с 5 по 22 марта 2019 года, второй финальный начался 1 апреля 2019 года и продлится до 6 числа. С начала 2019 года сотрудники полиции пресекли 52 попытки ввоза в республику контрафактного алкоголя. Всего изъято более 45 тонн. Очередной факт пресечен 2 апреля на посту ДПС «Шевелик». Инспекторами с целью проверки документов и груза был остановлен грузовик марки «Фрейтлайнер». Осмотрев грузовой прицеп, обнаружили 5 поддонов, обмотанные целлофановой пленкой, в которых перевозился алкоголь. Всего сотрудники ГИБДД насчитали 3200 бутыльков боярышника, 1920 бутылок водки объемом по пол-литра каждая, более 1600 бутылок пищевой добавки «Изабелла», а также 100 бутылок пищевой добавки «Рябина» на коньяке. Общий объем превысил 4 тонны. Мужчина пояснил, что груз получил в разных торговых павильонах Абакана. Водителя доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, а вся продукция направлена на экспертизу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекторы продолжают проводить сплошные проверки транспортных средств на постах.
На реке Пихем по вине нетрезвого водителя под лед провалился автомобиль марки УАЗ «Таблетка». Установлено, что 34-летний житель села Адык-Кежик, управляя автомобилем, выехал на ледовую переправу Бояровка-Турахем. Напоминаем, распоряжением администрации Тоджинского района с 27 марта ледовая переправа Тоджинская официально закрыта. Несмотря на запрет, водитель выехал на лед, после чего таблетка пошла ко дну. Мужчине удалось выбраться из автомобиля, сейчас его здоровью ничего не угрожает. В отношении водителя составлен протокол об административных правонарушениях. В целях недопущения несчастных случаев на водоемах в весенний период сотрудники ГУ МЧС России по Республике Тыва информируют жителей республики о том, что все ледовые переправы закрыты. Значит, в случае провала под лед человеком постараться широко раскинуть руки, естественно, пытаться удержаться за кромку льда, ну и звать на помощь, если человек не сможет вылезти отсюда самостоятельно. Есть, конечно, некоторые приемы, когда можно выбраться из полыни самостоятельно. Ни в коем случае к нему не подходить в пешем порядке. Надо подползать, иметь при себе веревку, палку, то, что можно было бы удлинить, вашу как бы спасательную помощь, что ему можно было подать. И его потом уже потихоньку вытягивать из полыньи и также ползком или перекатываясь добираться на безопасное расстояние от полыньи. Распоряжением администрации районов с 25 марта закрыты ледовые переправы Эликхем, с 28 марта закрыта ледовая переправа Бельбей, а с 4 апреля закрытая Усть-Буренская переправа. В рамках Красноярского экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тувы и компанией «Красноярск-БелАЗ-Сервис», являющейся дилером единственного в СНГ производителя карьерной техники белорусского холдинга «БелАЗ». Глава Тувы Шалбан Караул, подписывая документ, заявил, что партнерство с холдингом создается в интересах крупных инвестиционных проектов, которые реализуются в республике. Парк большегрузных самосвалов, задействованных в названных проектах, достаточно велик. На сегодня это более 100 грузовиков, не считая другой тяжелой техники. Глава республики отметил, что в самое ближайшее время с возобновлением строительства железной дороги Кызыл-Курагино количество тяжелых машин увеличится на порядок. Именно поэтому обе стороны за 3 месяца прошли путь от намерений о сотрудничестве к заключению соглашения. Согласно ему, Красноярск-БелАЗ-Сервис 2019 года приступит к созданию в Туве своих подразделений. Кроме центров по ремонту и обслуживанию тяжелой техники, компания собирается наладить поставку запасных частей к самосвалам. Также компания планирует организовать подготовку профильных специалистов для работы в своих подразделениях. Для этого на КФ было заключено соглашение с Сибирским федеральным университетом об открытии при входящем в его структуру Институте горного дела, геологии и геотехнологии специализированной аудитории БелАЗа. Курс доллара на сегодня составляет 65 рублей 16 копеек, евро 73 рубля 17 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь. ЦУМ, цокольный этаж. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Активисты молодежного движения «Добрые сердца Тувы» помогают пенсионерам республики перейти на цифровое телевидение. Добровольцы настраивают приставки и антенны, а также помогают разрешить проблемы, возникающие при переходе с аналогового на цифровой сигнал. Помощь уже оказана 8 бабушкам и дедушкам. Заявки продолжают поступать. Все ребята прошли специальное обучение и знакомы с особенностями этого процесса. Напомним, с 3 июня 2019 года Тува полностью переходит на вещание по цифровому стандарту. План поэтапного отключения аналоговое телевидение в России утвержден решением правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. А это значит, что жители получат набор из 20 телеканалов в высоком качестве. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. Готов ли телевизор к приему цифрового эфирного телевидения, можно проверить на сайте смотрицифру.рф. В разделе «Все для приема» размещен перечень моделей телевизоров от различных производителей. В случае, если окажется, что телевизор не поддерживает цифровой стандарт, стандарт ДВБТ-2, к нему нужно будет купить цифровую приставку. Обратиться за помощью в подключении цифры можно к активистам «Добрых сердец» по телефону 8 923 387 47 18.
Телеканал «Мир» проводит в Туве съемки традиционной тувинской свадьбы, которые проходят для передачи «Любовь без границ». В этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» играют свадьбу по тувинским традиционным обычаям. Событие само по себе не уникальное, но вот среди главных свидетелей и активных участников съемочная группа федерального телеканала «Мир», которая записывает обычаи тувинцев для показа в документальном цикле «Любовь без границ». Программа рассказывает туристический потенциал регионов и воссоздает этнографические особенности каждого из них. В передаче о свадьбе в Туве авторы покажут знакомство с семьями жениха и невесты, их ценностями и традициями, представят обряды и национальные песни тувинцев. Ведущие Григорий Шевчук и Евгения Родионова будут учиться готовить и пробовать национальные тувинские блюда, примерять тувинскую национальную одежду. Также в программе будут показаны шаманские обряды, тувинское горловое пение, стрельба из национального лука, хуреш и многое другое. В организации съемок тувинской свадьбы помощь телеканалу «Мир» оказал отдел народного творчества Министерства культуры Тувы. По республике облачно, с прояснениями, местами небольшой умеренный дождь, в горах снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров. Температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 2, местами от минус 5 до минус 10. Температура воздуха днем от плюс 13 до плюс 18, местами от плюс 6 до плюс 11. В Кызыле облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 2, днем от плюс 13 до плюс 15 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.